Баба. Смотрите, золотые купюры. Бабло. Все, больше ничего нет. Считаем 5 евро золотые. 10 евро. Неплохо. 20. Еще лучше. 50. Качество супер вообще. 100 евро зелененький, как в оригинале. 200. Не держал 200, не знаю, какие они в оригинале. И 500 синенькие должны были быть. Ну, в принципе, супер качество, все, молодцы.